Ребятушки, всем привет. Всем доброй ночи. Сейчас ставлю на монтаж, наконец-то, ролик, где 86 налетов, и все я промазал. Естественно, это не в один день, это за весь сезон накопленное видео. Что я вам хочу сказать? Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Обязательно ставьте лайки, это очень поддерживает. И пишите комментарии. На все комментарии мы стараемся давать ответы, а если это комментарий, вопрос, то и вопрос этот наиболее популярен, мы стараемся отвечать в видеоответах и, соответственно, упомянем вас в ответе на этот вопрос. А сейчас всем приятного просмотра, строго не ругайте, стреляли на уверенной дистанции до 40 метров, дело не в патроне, далеко дело не в патроне, ни в насадке, ни в заряде, ребят. Все дело в правильном прицеливании. Неважно, какой у вас патрон, какое ружье, важно правильно прицеливаться. Скоро мы сделаем разбор этих промахов, покажем, куда нужно было целиться, и обязательно расскажем, как тренироваться в межсезонье. А я уже начал тренироваться. Погнали! Погнали!